Добрый день! Представляю вам женскую домашнюю обувь французского бренда La Maison de l'Espadrille. Верх модели сделан из мягкого ворсистого текстиля. Материал прочный и долговечный. Он не задерживает лишнее тепло в обуви и свободно пропускает воздух. Помимо уютного принта, модель украшена небольшими деталями из глиттера. Обувь несимметрична. На левом и правом полупарке принт отличается. Подкладка и стелька из ворсистого текстиля приятны на ощупь. Ткань легкая и долго служит. Она пропускает воздух. Ноги в обуви дольше останутся сухими. Съемную стельку можно вытащить и просушить или заменить на новую. Подошва сделана из натурального каучука, гибкого и эластичного. Он уменьшает нагрузку на позвоночник, смягчает удары и давление. В такой обуви ноги будут по-настоящему отдыхать даже после долгих активных прогулок. Рельефный протектор защитит от скольжения на ламинате или кафельной плитке. Благодаря литьевому способу соединения такая обувь получается прочной, подошва никогда не отклеится. Модель представлена в сером цвете с разноцветным принтом. Насладитесь теплом и уютом с вашей новой домашней обувью La Maison de l'Espadrille.